Всем привет, с вами Саум, и сегодня я покажу вам станцию Левобережная в моем метро. Мы сейчас находимся на станции Фрунзенская, так как мы отправимся с этой станции на станцию Левобережная. Поехали. Станция у нас Левобережная, это тоже типа сороконожка, но видоизмененная, потому что она открыта в 1980 году при продлении на один перегон от станции Фрунзенская до станции Левобережная. За станцией Левобережная у нас будет располагаться электродепо, но пока что там оборотный тупик только. Электродепо я позже делал ролик и его построю, естественно. Вот. Строил, кстати, не я, а мой друг. Ссылочка будет в описании на этот канал. И будет также ссылочка на другой канал другого друга. Тоже также ссылочка будет в описании. Надеюсь, вы поддержите их лайками и подпиской. А мы едем. Максимум, что я на этой станции сделал, на той, которую мы сейчас увидим, я ее немного просто расширил, именно центральный зал, так как он был узкий и помог сделать вот потолок над нами, который сейчас. И вот станция Левобережная. Вот такая у нас станция. Как говорил, строил не я, а друг. Вот максимум я вот это сделал и просто тут расширил с 5 на 7 блоков. Вот, как-то так. Он делал, получается, картинки станции Краснодонской, которая должна была быть в Москве реализована, но нет, и она типа. И эта станция была, ну, называется сейчас Влюблено, но с другим проектом она была вообще. Вот, фото, вот оно. Прикладываю, давайте я сейчас вот так сяну и приложу. Вот фотография. И все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на каналы друзей моих. С вами был Саум, всем пока!